Всем привет, ребятки, давайте попробуем схватка с боссом, поиграем. Поиграем на Титане, нам нужны деньги. Мы не можем даже Титана своего улучшать. А, потому что не хватает нам денежек, ну ничего страшного. Сейчас мы, ребятушки, монстриков таких... Ага, вот этих вот... Боссов. Пощелкаем. Давай, иди сюда. Давай. На, получай. Еще и третий удар, и все. И мы его щелкнули. Хорошо. А следующий у нас армада. Армада, танк, армада. Ну, давайте мы его сейчас тоже щелкнем. А, подъезжай сюда. А, нет, смотри, у него эти... он будет сейчас стрелять прямо в меня. Ой-о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 й
съезжай. Ладно. Отъедем немножко сюда, пускай он сюда подъедет. По-другому ну никак, смотри. Он мне и так уже ударчики сделал. Все, так, нет. Есть. Все, отбили мы его наконец-таки. Наконец-таки мы его отбили, ребята. Следующий легион. Другую тактику я сделаю. Я буду подъезжать поближе туда. По-другому мне с ними не справиться. На, еще один удар. На, держи. Хорошо. 200 монет у нас уже есть. Это мало, 200 монет. Нам как минимум нужно 1000 монет. Так, кнут. Вот слишком так вот долго... Вот, они вот идут так долго, я не знаю. С одной стороны хорошо, с другой плохо. Я пока подъеду туда к ним. Да. Меня отщелкает. Ой, пошли первые вертолетчики. На. Так, все. На, мимо. Ладно. Поехали дальше. Сейчас мы выступ здесь найдем. А вот, наверное, вот здесь. Вот этот выступ нам нравится. Раз. Оп, тихо. Два. Мимо. На, еще один удар. Готов. Есть. Новое достижение. Угу. Следующий. Бомбардир. Этот опасный тип. Чувак. Это поопаснее, конечно же. На. Ах, смотри, как меня отщелкивает. Держи. Еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вонючка. Смотри, что он творит. Что же он творит, а? Опа, готов. Еще. Еще удар. И еще. Нет, не успеваю. Не успеваю, он прям, блин, такой прям резкий. А хотя один удар ему остался. Ну, очень он такой резкий. Чувак, давай здесь мы тебя подкараулим. На, получай. Вот, теперь уже побольше денежек стали давать. Так, следующий, лазерная пасть. Вот это вот босс боссов едет. Так, все, застряла. Ни туда, ни сюда не могу подъехать. Ладно. Готов. Так, все, здесь я сейчас стану. И буду тебя отщелкивать. Сразу подлечусь. Ты же не возражаешь? Готов. 400 монет. Угу. Попробуй просто в игре заработать 400 монет. Не получится у тебя. Пошли танки. Повторяться. Вторая волна пошла. Ё-моё, чё ж я в тебя попасть-то не могу? На. Ага. Держи. Ух ты! Прям в меня начал стрелять. Нет, это плохо. Сейчас мы его здесь подкараулим. Давай, едь уже. Опа! Отличненько. Щёлкнули, блин. Так, пока у него эту заставку показывают, он уже очень близко ко мне подъедет. Ну вот, я сказал. Ладно, мы здесь сейчас встанем. Так, кто там? Он сейчас с этими быстрее. Нет, нафиг надо. Иди нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой, давай. Опа. Попал в тебя, нет? Ладно, сейчас мы здесь встанем и будем тебя здесь щелкать. Попробуем. Хотя бы раз, два и три. И третий ударчик тебе. На, готов. Все, уже 600 монет. Уже мне нравится. Уже не зря мы играем. Да. Легиончик. Оп, тихо. На, держи. Тихо. На, получай. И еще один ударчик. Готов. Так, вертолетчики сейчас поедут. А, нет. Еще тут. Кнут. Угу. Давай, кнутик, едь ко мне. Подъезжай поближе. На, раз ударчик. Два ударчик. Три ударчик. И последний ударчик. На, готов. Все. Итого 800 монет за игру. Угу. Эх, надо бы хотя бы тысячоночку. Тысячоночку хотя бы. Тысячоночку. У меня уже здоровье маленькое.
Уже маленькое здоровье у меня. Есть. Есть попадание. И еще. И готов. Во, 920. Так, если я этот уничтожу, бомбардира, то у меня 1000 будет, как минимум. Как минимум будет 1000 уже. Так, он такой сложный. Такой, он такой сложный, ребят. Я не знаю, как же его уничтожить. На, еще один удар. И все. Давай, так, немножко подъеду. Тебя немножко обману. Опа, готов, готов. Да, 1054 монет. 1000 монет. И у нас идет лазер напасть. Босс. Так, давайте подъедем поближе. Опа, есть удар. А, смотри, он прям в меня как-то так встал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уничтожили нас, ребятушки. Так, ну здесь ремонтироваться нам смысла нет. Потому что мы можем опять-таки зайти в эту игру и заработать еще кучу денег. 910 монет этого мы заработали. У нас еще деньги были, это значит. Да. Итого у нас получается, ребятушки, 122 алмаза и 1050 монет. Ну, может, давай классически поиграем. Ну, давай поиграем в крушитель Луны. И возьмем мы на крушитель вот такой танк. Феникс. Конечно, мы его улучшим. Так, здесь что у нас тоже? А, вот эту штучку можно улучшить, но она мне не нужна, я ее как бы ей не пользуюсь, поэтому я ее брать не буду. Так, итого у нас уменьшились денежки. 390 монет. А, это всего у нас 390 монет. Все игры. Ладно. На, давайте я сейчас буду поджаривать вас. Тихо. А ну-ка, аккуратно. На, держи. Хорошо. Хорошо. Нам главное до босса надо будет еще использовать. Ремкомплект. Что? Потому что нам все равно его дадут. На, есть, поджарили. Хорошо. Неплохо таки. Неплохо. Угу. О, 22 танка. Два танка акробата. И готовы, и едем дальше. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, сколько осталось? Сколько? А, подожди, надо лечиться сразу. Давай, подлечимся. Вот, хорошо. Так, максималочку мы не подлечились, но ничего страшного. У нас еще босс даст лечение. А, вот и босс. Кнут. Угу. Давай, едь ко мне. Давай. Кнутик. О-о-о! Все, мы его зажарили. Забираем ремкомплект. Все, соточка, стопроцентная. Жизнь у нас. Опа, 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 тихо, 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 тихо. На, готов. 470 монет. А, у нас получается за каждого танка дают по 5 монет. Офигеть. Круто. Мы сейчас много денег заработаем, по идее. Да что ж такое-то, а, ребята? Вы чего ж меня так загнали-то сюда? Так, 500 монет уже есть. О-о-о, да давай еще перевернемся, а. Давай еще. Он какой-то, смотри, резвый стал. Феникс. Мы его улучшили, кстати. Он стал более такой скоростной. Опа! На, получай. А, здоровья-то у нас уже мало. Можно подлечиться сразу, кстати. Во. На. Нет, смотри. Не поджарил я его. Следующий, второй. Готов. А, вот, еще красненький едет. Красненьких я люблю. Прикольные танки. Опа. Отъезжаем назад. Где-нибудь сейчас здесь встанем. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой же ты резкий, а? Какой же ты резкий танк. Есть. Второй, третий. Четвертый, красненький. О, это мне уже нравится. Едем Фениксом дальше. Кстати, мне нравится Фениксом играть на Луне. Он такой прикольненький. Танк только его почему-то колбасит постоянно. Ровно ехать он не может. Во, подъезжайте ко мне, танки. Тихо, тихо, тихо. На, получай, еще и тебе. Вот он, танк. О, танк, говорю. Угу. Едет Легион. Босс, босяра. Давайте мы его сейчас отщелкаем. На, подожди. Во, готов. Вот так, смотри, мы уже 600 монет. Уже просто так, 600 монет. Что-то тяжело забираемся так как-то. Ну, сейчас будет много очень танков.
Очень много танков будет. Во, пошли, 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 мои родимые. Во, на. Два танка. Смотри, а два танка тяжело, смотри, жарить. Они, получается, двойная броня у них. Все. О, на, получай. У меня очень долго перезаряд идет. Так, лечимся, лечимся. Все, подлечились. Так, этот еще не доедет, нет. О, хорошая, смотри. Место у меня. Будем ждать еще чуваков или поедем? Ну, вроде никого нету. Поехали. Сейчас мы поедем, а тут... Как всегда, обычно, как обычно, да? Толпа. Во, вот эти вот стреляющие идут. А ну, докуда мы стреляем? Ага, понятно. Да нет, они там еще застряли, они еще медленно едут. Да-да-да-да-да-да-да. Это я историю... Историю я вот эту всю знаю про вас. Да. Вы только меня можете отжарить. Ну, понятно. Все. Где у нас обычные лунные танки, слушай, а? Во! Давай, попробуй подъесть до меня. Не получится. Нифига. Так, много танков. Очень много танков. Сейчас попробуем всех отщелкать. Да. Отщелкали, забираем монетки. Уже 750 монет. Это очень хорошо. Так, надо будет вас как-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай немножко спустимся сюда вниз. Вот и отсюда будем вниз стрелять огнем. Так, а эти меня вроде бы как не попадают. Так, смотри, давай поближе уже подъезжай. Все, есть, готов. Готов, чувак. Ну, 1000 монет я насобираю, интересно, или нет? О, пошли лазерные, с лазерами. Так, вот еще едет. Еще даже, вас даже двое. Третий едет, ух ты. Такое противостояние танков. Все, никого нету. Я здесь один. А, нет, вот едет, 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 едет. Едут, ребята, едут. Давайте мне уже босса. Мне нужно ремкомплектик. Да, а босса еще долго, видимо, ждать. Ой, как же тяжело-то, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кыш, 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 не надо мне. Мне этого не надо. Но все равно нужно подъехать, слушай. Потому что он там будет стоять долго. Так, смотри, подмога подъехала. Угу. Подмога в виде танков. Лазерных. Так, а ты что, не жаришься? Я ж в тебя стреляю. Нет, смотри. Я в него не попадаю, получается. Все, готов. Так, ты меня достал уже. Алло. Давайте мне уже босса. Так, ну у меня уже здоровья мало. Монетки эти соберу. И, наверное, ребятушки на покой пойду. Да, пошел я на покой. Да, чиниться мы не будем. Смысла нету. Сколько монет я заработал? 459 монет за катку. Хорошо. Примерно нормально.